Ребята, это экстренное включение. Мы с Диманом сейчас просто в шоке находимся. Что за фигня это была? Вы посмотрите, что тут сейчас происходит. Вот видите, мы увеличиваем, и мясная курица не попадает. Это... Что за фигня? Это как возможно, вы видите? Чё, это только посмотри, так может быть. Её реально немного... Да, это как что? Так? Вот она, она смотрит. Я сейчас подойду, она реально стоит и смотрит. А если я вот так подойду? Не, она не смотрит. Да, а если попробовать ударить ее, можно ударить? Да, я бы не стал. Кстати, да, ну, вот ее можно ударить. Да, ну она точно такая же, ей урон наносится, но ее невозможно убить. Что за фигня? Почему она такая? Интересно, она будет бегать пока. Она может из дома выйти или нет? Как думаешь, Диман? Я не знаю. Давай попробуем ее из дома вытащить. Мне кажется, она сможет выйти из дома. Так, беру платформу так, и давай просто. Давай бери платформу как-нибудь. Попробуй вытащить ее. Я пытаюсь, Диман, я пытаюсь нифига вытащить. Нифига просто мясная курица летает. Подожди, надо ее. Я ее вытащу. Чё? Я вытащил мясную курицу. Как это такое? Ты где она находится? Вот она. Она стоит, она какая-то она гигантская. Это что за фигня? Она умеет ходить, ребята, это что за фигня? Где она? Вот она! Она реально ходит. Посмотрел, какая она здоровая. Чё? Ты. Я по сравнению с ней она вообще. Она куда пошла? Чё за фигня, Диман, мы вытащили мясную курицу на улицу. Куда она пошла? Я не знаю, что за фигня, она просто идет куда-то. Что за фигня? Ё-моё, вот эта мясная курица, она максимально жуткая. Ладно, давай просто посмотрим, куда она может пойти. Так, окей, давай. Такого я явно не ожидал, что мы будем здесь за мясной курицей и что я ее смогу вытащить из дома. Я не знаю. Чё, она просто стоит и смотрит на тебя? Ё-моё, она какая-то... Да, Диман, это вообще жесть. Так, о, спасибо вам. Спасибо. Она... Чё, она реально благодарна. Ну, ок. Давай напишу, ну, ок. Как написать-то, блин? Ну, ок. Ну, за что? Вообще, офигеть, это просто мы с ней общаемся. Я в шоке. Вот такой я не ожидал, то, что мы будем общаться с мясной курицей. Вы спасли меня. Ну, я рад. Чё это? Я не знаю. Тут какая... Спасите, чё, мы же тебя спасли, ты чё? Ладно, я ничего что плохого говорить про нее не буду. Она что-то, по-моему, еще пишет. Я не знаю, возможно, кстати, давай просто постоим, подожди, давай напишем, напиши, кто. Так, я не знаю, это, блин. За... Быстрее, пожалуйста, мне уже не интересно почитать. Да быстрее пиши. Они держат меня в заложниках. Кто они? Подожди, давай напишем, напиши, кто. Я теперь понимаю, почему, когда к ней заходили, она всех в огонь кидала, блин, потому что ее в заложниках. Чё за фигня? А почему она не может ответить, а кто был? Кто это я был? Я не знаю. Мы разберемся с этим, мы просто... Всё. Так, все, стерлось. Какая это? Я не... Ты просто... Прикиньте, отсалывать начнём. А, ты показываешь, ты какая? Она тебе... Что она мне? Она мне в рот сует. Места курица. Что, она офигела совсем? Спасибо, конечно, но извини, мы не едим тупаков, мы едим там... Да, блин. Чего она делает? Она жопой трясёт. Что, какого фига? Прикинь, что она просто пукнет на нас. Чё? Да пугала. Диман, она целует, Диман. Она меня поцеловала. Фу. Места курица, я... В щеки на... Так, все, стерлось. Какая это? Я не... Ты просто... Ой, и пиши, мне интересно. Мне интересно, что меня держит Синдхаб. Дом, Диман, пошли. Да, да. Нет, нигде. Она что, типа, спит? Смешной курицей в щекингане. Да, я тоже об этом не думал. Она мне уволосит. Так, так. И что, она просто стоит, что ли? Да, она зависит, наверное. Она сейчас, прикинь, тебя отсалывать начнет. Ты показываешь, ты какая? Она тебе... Что она мне? Она мне уволосит. Места курица. Что, она офигела совсем? Спасибо, конечно, но извини, мы не едим тупаков, мы едим там... Да, блин, чего она делает? Она жопой трясёт, а? Что, какого фига? Прикинь, что она просто пукнет на нас. Чё? Да пугал. Диман, она целует, Диман. Она меня поцеловала. Фу. Мясная курица. Я понимаю, что ты слишком благодарна, но у тебя изо рта пахнет тупами. Тупами и какашками. Что это за фигня? Диман, она не понимает, так, она что-то пишет. Чё? Да пугал. Диман, она целует, Диман. Она меня поцеловала. Фу. Мясная курица. Я понимаю, что ты слишком благодарна. Там... Да, блин, чего она делает? Она жопой трясёт, а? Что, какого фига? Прикинь, что она просто пукнет на нас. Чё? Да пугал. Диман, она целует, Диман. Она меня поцеловала. Фу. Мясная курица. Я понимаю, что ты слишком благодарна, но у тебя изо рта пахнет тупами. Тупами и какашками. Что это за фигня? Возможно убить, но если ты ее вытащишь на улицу, то она уязвима для каждого оружия. Ее возможно убить. Короче, Диман, пошли отсюда, пока не поздно. Да, давай быстрее пошли. Просто Ваня, мясная курица совсем отдоклева и... Давай, давай, давай. Она Ваня, вообще... Просто... Подошла к... Ребята, это экстренное включение. Пукнет на нас. Чё? Да пугал.
А, Дима, на нас цанутся. Спасибо, конечно, но извини, мы не едим тупаков, мы едим там. О, блин. Чего она делает? Она жопает и все, да. Что, какого фига? Прикинь, сейчас просто пукнет она. Че, что? Ее в доме невозможно. Давай, давай, давай. Она давай. Ты видео. Привет, можешь сказать, ее в доме невозможно убить, но если ты ее вытащишь на улицу, то она уязвима для каждого оружия. Ее возможно убить. Короче.